Так, ну что, всем здравствуйте, всем доброго позднего вечера. Ну, пора бы уже добить Дюну. В мае в отпуске сделал за трейдесов за 2 дня все, а сейчас как-то не очень. Ну ладно, исправимся. Исправимся, я сказал. Так, Дефрулер, по-моему, там у нас было этот паролик. Паролик. Так, сейчас. Что, пора наказать императора? Он не лез не в свои дела, хотя, ладно, скажу кое-что по игре, в общем-то, я уже говорил по этому поводу. Battle for Arrakis. Не-н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 е. Можно это нол нажать. Нол. А, ну я понял. Извините. Где тут Дюна? Естественно, нельзя быстренько все сделать. Ладно, все хорошо. Послушаем еще эту музыку, послушаем эту кэтч-фразу. Ну что, настало время втащить императору. Что он нам? Да. Теперь у него будет тоже такая же ракета, как и у нас. Все вооружение, орнитоптеры, ракетницы, девастаторы, все. И 2 базы, естественно. Как же иначе-то? Поэтому нужно строиться очень аккуратно, но благо земли будет дофигище. Да, плюс он еще десантироваться тут будет на все деньги, блин. Так что будет весело. Да будет весело. Сразу этот радар. Радар можно рядом со стройкой поставить. Главное этот. Завод по производству техники куда-нибудь поодаль закинуть. Единственный вопрос, куда, и чтобы это более-менее безопасно было. Ну, допустим. Никаких апгрейдов, все есть, все, что может быть. Пожалуйста, собирай поближе, я тебя очень прошу, умоляю практически. Блин, ладно. Давай. Пост. Инструкция.
Единственное, по-моему, он довольно долго дает отстроиться, это очень хорошо. Так, а что, уже, наверное, пушки есть смысл ставить? Сразу же. Ладно, пусть пока собирают. Бомбанем еще ветрячок. И заранее. Так, ну здесь по углу надо сразу пушки делать. Мы видим, техники уже ненужные особо нет, то есть нет пехоты, нет никаких этих ни мотоциклов, ни этих, короче, байков с четырьмя колесами, все нормально. Сейчас посмотрим, что будет. Так, первый пошел. Так, что, пушки, да? Там уж скоро уже полетят орнитоптеры. И от них нужно будет отбиваться. Что, уже второй лифт приехал? Да, отлично. Так, пока в целом все нормально, единственное, скоро может прилететь ракета с большой долей вероятности. Куда вы едете? Там уже почти враги. Вы нет, вот надо обязательно проехать вперед. Как будто тут мало. Здорово, Димон.
Рад видеть тебя. Заходи, присаживайся, мы пока отстраиваемся. Скоро будем козью рожу показывать государю-императору. Так, а что, надо строить дальнейшие дела. Нужно построить еще, как минимум, хай-тек, ремонт, звездный порт и дворец. Дофига еще надо все построить. Единственное, вот ремонт надо куда-нибудь, чтобы его не доставали особо. Ладно. Так, пушка есть, пушка есть. Вот тут, конечно, тоже пушку бы не мешало поставить. Опа, все. Сейчас на нас ракета бомбанет. Ладно. Хорошо отделались, я могу сказать. Просто прекрасно. Давай, давай, давай. Он же сволочь, знаю, откуда лететь. Так, вот пушечку я хотел же воткнуть. Нормально. Начало положено, могу сказать. Так, ладно, ты стой здесь. Ты тоже на стрёме стой. Так, все, пошла, да, жарище? Кто-то что-то где-то стреляет. Орнитоптеры, что ли, уже прилетели? Это мы сейчас с императором воюем, у императора есть все, ракеты, вся фигня, короче. Так, а что я делаю? А, пушку, пушку надо, да. От какого именно? Да? Чё это ему, короче, он мне привет тут передает. Я, конечно, не в претензии. Я, может, выпалил дюжу лишнего, но тем не менее. Так, полетели орнитоптеры. Ещё скажет, что он на меня зла не держит. Ты, кстати, ролик-то, Димон, смотрел, что я сегодня выложил, опубликовал? Очень бы хотелось мнение твое. Желательно даже развернуть. Так куда вы? Там стреляют, а вы тут катаетесь. Да, кстати, мне не мешало бы еще сделать харвестер. Смотрел, рассказывай, что как. Ну, можешь написать в личку, если не хочешь на стриме. То есть, опять же, личка для тебя всегда открыта. Не вопрос, как говорится. Опа, опа, опаньки. Видите, что они делают, гады? А, все. Так, ладно, у меня все тут хорошо, в целом и в общем. Единственное, да, вот, 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 давайте, ребята, давайте. Собираем урожай. Все по красоте. Блин, я очень долго на самом деле со звуком маялся, потому что, видишь, как, это тот же микрофон, в который я сейчас говорю. Но одно дело, когда он стоит на стойке. А другое дело, когда и садится с поп-фильтром. Другое дело, когда я его тащу в руках, иногда я просто орал в него там. Звуковая волна аж захлебывалась. Плюс один раз он решил отрубиться. Что мне не очень сильно понравилось. Так, давайте ремонт будет здесь. Блин. А, да, потому что я мало углей сделал. Углей надо было делать больше. Мне справедливо сделали замечание, что я поскупился на дровишки. А я думал, что еще это много. Но... Индюк тоже думал, как я уже вчера сказал.
пока вода не закипела. Поэтому да, свининка долго готовилась. Но опять же, свининку надо жарить дольше, чем курицу. Курица там буквально за 25 минут прожаривается, а свинина жарится гораздо дольше. Так, давайте-ка мы ракетницы вот сюда поближе запихнем, что ли. Пас. Все. Недолго песенки играли. Так, теперь пошел ремонтный завод у них под атакой. А что мне придумать, чтобы вот тут все было по красоте? Куда воткнуть? Ах ты сволочь! Так, нет. Ракетница, уйди нахрен вообще. Блядь, что сволочи делают, а? Срочно надо заткнуть чем-то это место. Я тебя взорву. Блин, вот ремонтный завод им сдался-то, а? Козлы. Оператор охеревший. Мать его, так. Так, ракетница сюда. Нечего тут мне половину здания разносить. Ладно, радарчик хоть не сильно нужен, но его тоже надо чинить. А то он неожиданно дубу даст и все. Так, и наверное, надо будет второй завод. На всякий случай. Так, что мне надо еще? Звездный порт и дворец. Желательно все поодаль друг от друга. И пушек еще. А собственно и все, да. То есть, а что у меня по месту? А как раз в два вот этих места я могу воткнуть. И то, и другое. И все, а там уже эти. Как их звать-то? Турели. И хранилище, и так далее. Так, так как здесь будут, скорее всего, бомбить и бомбить нещадно. Сразу сюда пушечку, а лучше, наверное, даже две. Что-то у меня денег все никак, как-то немного. Я все, конечно, понимаю, но вроде... А что ты стал? Объясни мне, пожалуйста, хрена ли ты стал? Как баран новых ворот. Так, отлично. Здесь вообще потом попрут тут снизу эти гады. Сволочи. Так, ага. Ага. Ну и здесь вот тоже контрольную. Все, хранилище уже нам не сильно-то. Ну как, они будут, конечно, нужны, ветряки тоже, но это попозже. Это уже не так значимо. Их построить гораздо легче и быстрее. Так, еще нужен самолетик. Для того, чтобы он переносил комбайны. Как бы еще четвертый комбайн или завод по производству не понадобился. Так, ветряк нужен по-любому. Да, и, кстати, уже есть смысл его строить. Ну и сразу звездный порт. Он стоит недорого. Так, что мне нужно? Дворец, наверное, слева, а порт справа. Потому что если ракета бомбанет, она может снести вот это, еще и дворец. Это будет неприятно. Так, это пока пехота оперирует, козел. Здорово, катамразь. Здорово, мы как раз тут только расстроились. Пока ракетка в нас одна угодила, но без особых потерь. Десантура тут на нас лезет, но все это как бы в порядке вещей, ничего удивительного. А, слушай, дружочек, давай-ка едь в ремонт. Нечего тут прохлаждаться стоять. Тихо, не-не-не-не-не, не надо его гасить. О, у нас пехота объявилась. Пехота пусть идет сюда. Орнитоптеры. Блин, не стреляйте по своим же, а. Так, и что? Еще надо ветряк и делать дворец. Тем временем. Кстати, ветряк можно вот сюда, на угол.
И все, ребятки, мои дела вроде потихонечку рассасываются, и скорее всего в четверг я приступаю к активной деятельности. Скорее всего будут уже стримы по метроидам. Наконец-то дождались. Я сам дождался, чего же греха таить. Так, десантура? Десантура. Получай, сволочь. Ты иди сюда. Хрен-то нам что сделаешь с вами, выставим из близкого расстояния. Сейчас ты еще пехота добьет, если пехоту сами не добьют. Отлично, вообще. Отлично, закрываем тыл. Так, что на дворец пока не хватает. А, самолетик надо заказать, блин. А что это моргнуло только что? Непонятно, ладно. Я надеюсь, это не висики какие-нибудь или баги, из-за которых придется делать ресет. Очень хотелось бы, по крайней мере, не делать. Что ты стал? Стреляй, Михалыч. Молодец. Ехать туда не надо, просто стрелять. Да, пока они что-то пехотой оперируют. Не особо мне это нравится. А, даже все целое, ничего себе. Так, ждем следующую ракету. Ладно, в тот раз я мазал как олень. О, ничего себе тут заводик-то досталось. Заводик надо чем-нибудь закрывать. Вообще, блин, нет, дворец сюда тоже впихивать. Не вариант, он может прям попасть сюда, разнести и то, и другое, и третье. Не хотелось бы. Так что, все, бомбим дворец. Так, затишье. Затишье явно перед бурей. Что-то сейчас должно случиться. Да, и на всякий случай на завод я лучше сюда воткну оружейный. Лишним он не будет. Хрен с ним, что ремонт застроен. Я думаю, я переживу. Так. Знать бы, куда точно стрелять, ну, пример-то я знаю. Вот куда-то вот сюда, допустим. Полетела ракета. Ракеты пошли. Что-то шарахнуло, это радует. Так, ну что, осталось что, построить пушек побольше. Да и, наверное, и все. И потихонечку надо уже клепать. А, самолетик надо запустить. А то уже задолбались ребята на своих кататься. Тем более, скоро вот это вот все соберут. И ничего хорошего. Мне, конечно, разведку не мешало бы отправить. Потому что есть тут такой сейф-спотик, по которому можно пробраться. О, в ремонт. Молодцы. Yes, please. А если еще поставить его на то же место, это вообще будет просто... Я похлопаю прям. Не поставить. Не похлопать. Пока что-то он пехотой все спамит, 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 спамит. Не нравится мне это. Ждем ракету и десантуру. Ну, десантура нас уже сильно не засмущает. А вот ракета очень даже может. А, во! Жара. Блин, не надо расстреливать мои же ветряки. Зачем? Why, Лиза, why? Ля, уже и этот девастатор.
накернился практически. Все. Давай сюда. Девастатор денег стоит, а у меня что-то их опять не сильно много. Блин, да, единственное теперь... Я понимаю, что не надо застраивать так. Валить эту тварь. Валить эту тварь. Сейчас девастатор починится, ты вообще тут офигеешь у нас. А, не успел. Блин, надо куда-то воткнуть все-таки завод. Второй. На всякий случай. Наверное, лучше перед дворцом. А, перед дворцом его хрен поставлю уже. Сюда вот таким отростком тоже не вариант. Тем более два рядом, это вообще глупость несусветная. Может, конечно, прям на видное место, но, блин, тоже опасно. Что это было? Стенки строить смысла особого нет. Отличная работа. Так, о, блин, 2000 денег, надо срочно что-то клепать. А я тут как дурак смотрю, перестрелки всякие, т.д. и т.п. Ё-моё. Берем, все берем. Так, надо это, хранилище куда-нибудь забомбить. Так, еще один. Стой здесь. А, наверное, хранилище прямо вот здесь и сделаем. Прямо здесь. Так, все, вот эти ракетницы надо куда-нибудь в резерв затолкать на время. Так, наверное, еще пушечку надо. Вот здесь вот, на углу. Не, как-то это будет дико. Вот сюда, наверное. Все, и потом пару пушек надо внизу оставить. Кто, где, каким образом? Space Under Attack. Что Under Attack? Где Under Attack? Не вижу. А, красавец, забирай. Так, что там у нас? Нагрузка. Нагрузка в целом нормальная. Так, сразу на перспективу ставим пушки вниз. Потому что я знаю, потом, когда я разбомблю верхнюю базу, они попрут снизу. Они попрут просто как сволочь. Кто? Кто это делает? Уже, походу, никто, походу, делает. Ладно, тем лучше. Так, опять десантируетесь, твари. Да, это был bad move. Сейчас, подождите, дайте пушку поставить куда-нибудь. Ох, ёлы, я вот этой пушке просто не завидую сейчас. Все, кончился. О! Так, дайте сразу стройплощадку попробую на починку поставить, хоть это дохлый номер. Опа, опа, опаньки. Хай-тек накернился, ну ладно, хай-тек это наименьший зол. Чуть-чуть досталось дворцу. Но опять же, Мазила, хрена ли. Сейчас все починим, все нормально. Главное, чтобы устояла стройка и один из заводов. Все остальное нас не сильно колышет.
вообще танки вот по периметру тоже в таком количестве, по большому счету, нафиг не нужны. Ладно. Интересно, самолеты-то... А самолеты летают, ну хорошо. Так, все, это... Херня это сделала свое дело. Так, вы идете, ребята, до самого-самого вот окончания вот этого гранита. Тронуть вас никто не должен, по моим расчетам. Блин, ладно, постойте. Пацаны, вот здесь, на горе, подежурьте пока. Все нормально. Двигаемся, двигаемся. Что, где, когда? Нормально все. По-моему, вот сюда нам надо. Да. А теперь нам нужно вот прямо и чуть-чуть вот так наверх. Что это был за взрыв нахрен такой? Миринда взрыв вкуса, блин. Ракета изготавливается, отлично. Что-то где-то трах тебе дох, бабах. Но что, где, а хрен его знает. Это очень мне не нравится, на самом деле. О, берем, конечно, yes, please. Так, ага, пацанов сейчас замочит. Они пошли слишком... Да, все. Ну ладно, разведка проведена. А, тут база рядом. Короче, надо гораздо выше идти. Ладненько, будем знать. Хреново, конечно. Откровенно говоря. Что-то кого-то в ремонт забрали. Так, вот эта ракетница тоже не сильно нужна. Дует тоже в ремонт. А вы тут пока выстраивайтесь. У нас тут этих... Я не понял это. Приказ не ясен. Давай сюда. Да, ты тоже была в ремонте, и ты теперь едешь сюда. Так, здесь все нормально, здесь нормально. Этот танк, кстати, совершенно тут без понту стоит. Ты едешь сюда, ты едешь защищать наши места. Так, девастаторы... Нет, ты едешь поближе. Вот хотя бы сюда, хотя сюда никто только не нападал. Так, так, так. Все, все нормально в целом по охране. Так, мне надо построить этого разведчика. 200 бакс. Все, давайте, давайте по дешевке ракетница. Видите, как он быстро построил. Так, наверное, я все-таки ошибся, наверное, сюда его надо. Или вот даже, наверное, сюда, вот по этой части надо вести. Ладненько. На эту базу мы маленько спалили, но бомбить ее сначала смысла нет. Просто вот ту базу нужно вот идти вот так в обход, как-то вот так. Потом на самый верх, и потом там. И там мы упремся в стройплощадку. Конечно, не сразу, но упремся. Где он? А, он, наверное, объезжает еще, да? Где он? Подскажите, пожалуйста, куда делся мой мотоцикл? А, вот он. Давай, давай, разведывай. Сейчас, подожди. Ладно, постой здесь. Тебя никто не должен тронуть. Так, ладно, давайте посмотрим, что тут у нас. Чиним. Ого! Чиним. Тут прям хорошо оторвался, я смотрю. Может еще... Не, ракета еще так быстро не могла полететь. Блин, бедный ремонтный завод. Работает просто на износ.
Так, значит, соответственно, ну да, пушка тут высоковата. Значит, пробуем поехать вот в таком направлении. В это время мы делаем что? Еще ракетница. Бэм. Так, ракета как раз почти готова. Я надеюсь, разведка пройдет удачно. Ага, танчик увязался, но опять же, байк побыстрее будет, насколько я знаю. Ладно, будем вести скутер. Так, танчик едет, но он медленнее. Но тем не менее, мы его хотя бы... А, нет, все, выманили, не выманили. Вот только начинаешь говорить, он... Делает все наоборот. Кто, что, где стреляет? Объясните. Что, цены как у нас там все чувствуют? Отлично себя чувствуют цены. Все, давай. Твоя миссия, ты волен ее исполнить. Ну если что, да, короче, танк за нами увяжется, то есть надо еще чуть выше ехать. Давай, 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 тапку в пол. Вот. Там пушка, но она одна. О, тут даже стенку нам проломили. О! Сможет ли, интересно? Так, что у нас ракета? Ракета! Ну я в тебя верю, ракета, давай. За наших! Блин, косорылые ублюдки. И даже танк не разнесло. Ну как так можно, а? Что ж за ракеты пошли такие кривожопые? Так, танк, ты, наверное, поведешь всю эту процессию. Я в тебя верю. Сейчас мы еще один сделаем. А, нет, ты едь в ремонт, да, нехрен. В полуразрушенном состоянии находится. Так, король Артур на нас напали. Разворачивай башню. Давай, хрясь, хрясь. Блин, все, они все собрали. Там, ладно, внизу есть месторождение, вроде как. Так, нам нужно еще хранилище. Хотя зачем нам еще хранилище, если нам нужно бабки тратить? Ладно, лишним не будет. Все, отлично. Так, ты давай. Нет, ты давай вот сюда. Чё у нас, кстати, почём танки? Берем. Чё я делаю? Так, справить лимит еще нет, не исчерпан. Надо же все это тормозить не начало лютыми темпами. Ну ладно, у нас тут девастатор есть, что на охране. Даже один мелкий танчик, кстати, оп, тоже, он вообще бесхозный, по-моему, стоит. Но тоже направим. В дело! Нехрен мелочиться. Давайте самолетик еще сделаем. Лишним не будет, все равно сейчас он для атаки нужен будет. Подбирать в ремонт и все такое. Так, здесь есть охраняющий танк, здесь пусть стоит. Что, где?
потихонечку. Что надо выше, даже наверное еще выше, и раньше поворот начинать, чтобы вот этот танк, тот, который на охране, не среагировал. Я думал, этот танк сними, нифига. Показалось. Так, пушка, что у нас? Ага. Так, ладно, ребятки, медленно, но верно выдвигаемся. Вот сюда. Целых два самолетика у нас. Ну все, они все почти пособрали. А где они теперь собираются? А, все, вот здесь, да? Я надеюсь. Вы собираете. Нифига что-то. Кто, что, где? Блин, вы, конечно... Стоять. Вы место, конечно, просто офигенское выбираете. Вам никто не говорит... Все, мне... Игра начинает не просто тормозить, а дико тормозить. Так, кто-то что-то где-то делает. Я вижу, что база под атакой. Я не могу понять, кто ее гасит. Задавите их, пожалуйста. Я слышал звук. А, все. Теперь ты едешь вот сюда и собираешь все там. Как-то здесь надо проехать. Но база, блин, далеко. Хорошо, что эти танки хотя бы дохлые. Так, единственное, да, вот, они хранилище мы хотели разнести. Гады. И им это почти удалось, хочу заметить. Так, самолет летает. Сейчас скажет, и там ребята куда-то организованной толпой катятся. Так, и все. Нет, до самого верха, я думаю, мы сможем проехать. Так, все, ладно, пусть колонна собирается, а то он на полкарты растянулся. Что у нас тут? Все в целом нормально. Сейчас Девастатор только разберется с внезапным гостем. Что это было? А, все, пехота давится. Давайте аккуратненько выравниваемся. Цепочку. Так, вообще не мешало бы дежурную МСВ-ху, наверное, сделать. О! Круто.
Он переехал танк. Как мило. Сейчас танк будет мочить нас. Давай, загаси его уже. Все, красавчики. Блин, а чё вы так близко подъезжаете к нему? Скажите, на милость. Ладно, она почти сдохла. Ну, естественно, как назло, когда осталось попасть один раз, пол раза, обязательно надо тупить. Да вы уже ее разнесли, там уже минус должен был это здоровье-то быть. Давайте. Так, а вы наверх. И ты за ним. Оу, щит. Что-то нам сейчас бомбанут. Вот это выстрел. Вот это я понимаю. Делаем севиху. Что-то там еще накернилось у нас, да? Нет? У него, что ли? Я надеюсь, у него. Мы либо размен этими старой площадками сделали. Нет, ни хрена. Ну, он, по-моему, очень сильно обиделся. Давай, МСВ-шечка. Я в тебя верю. Что навернулось? У них стройплощадка, все отлично. Ну все, жопа тебе, император. Жалеешь, на свет родился и решил на нас накинуться. Это было неизбежно. Блин, они танк завалили мы. А, все уже, да? Так, что МСВ-ха? Долго, но уверенно она делает свое дело. Так. Так, что нам нужно? Что нам нужно? Нам нужен танк. Блин, он 672. Ладно, уже все. Кстати, починку не мешало бы сделать. И радар тоже, туда же. Ого! Завод почти сдох, оказывается. Все, игра начинает зверски тормозить. Ребят, соберитесь, пожалуйста, в группу. Очень прошу вас. Ладно, этих добейте. Ну все, добили, красавцы. Что там, МСВ-ха наш, неторопливо. Как там тебя? Как ее активировать, я забыл. Как активировать МСВ-ху, блин? Иди отсюда.
Блин, ты чё? Ёлы-палы, лес густой. Чему? Что происходит? Ты за спрайт лимит я не могу прожать кнопку. Я Б нажимаю, чё ей надо? Все, походу из-за спрайт лимита она нормально не прожимается. Это отлично просто. Так. MCV. По-моему, два раза Б надо нажать. Но Б вообще не хочет нажиматься. Вот тупо не хочет нажиматься. Нет, нажимается. Я не просил этого делать. Ты не просил я этого делать. Ёп. Есть кто живой в чате, Катамразь, пожалуйста, напомни, как активировать MCV-ху, почему она мне не хочет. Что за странные вещи происходят? Ой, там пушка. А, нет, там ракетница. Два раза по ней ткнуть. Какой кнопкой? Потому что что-то у меня не проходит. Я тыкаю. В смысле, а я что, не на земле, что ли? Это ж бетон. О, в смысле, это ж земля, это ж не песок. Ёлы-палы. Так, дворец, получи. Ну, то есть, кнопочкой А, правильно? Ну. Ну, родненькая. Ну, родненькая, мне стройплощадка нужна. А? Б, нет. Блин, мне сейчас заберут ее вообще. А, нет, нет, это не ее. Там что-то происходит, я тут с MCV-хой, блин, лад даю. Есть! Иисусе Христе. Прости, все, простите. Это было лишнее, что я сказал. Все, не хочу не затронуть никаких чувств верующих. Все, простите. Просто это эмоции. Я реально еду. Такая статья. Ой, в бане. Оценочное суждение. Так, ладно, все, возвращаемся в строй, все хорошо, все отлично. Так, что здесь? Танк, танка нету. Девастатор. А это девастатор приехал из девастаторной. Видать, да, все-таки спрайт лимит влиял. А, ну я понял. Ладно, все нормально. Вчера все нормально было. Почему думаешь, что сейчас-то пошло не так? Ладно, у меня тут ремонты, да. Пушки вот эти вообще не знаю, в каком состоянии находятся. В нормальном состоянии находятся, все, живем. Так, что у меня тут наверху вообще происходит в камере? Так, тут еще по-любому какая-то ракетница будет, да? Отъезжай. А ты подъезжай. Все, гасить эту тварь. Под названием дворец. Ну не надо никуда ехать. Я ткнул чуть на пол клетки выше. Ты уже все, рад стараться. Там уже пушка тебя, трах тебе дох. Ракетами.
кстати, пушку можно, мне кажется, вообще не трогать даже. Единственное, сейчас надо стены проломить. Так, что-то тут какие-то безумно дикие крики. Оп! Так, ты гаси этого. Ты гаси этого. Так, задолбал тут делать гадости мне. Опа, опа, они обиделись. Они обиделись и поехали снизу. Все, сейчас жара. Часть вторая будет. Так, нужно все войска, короче, стягивать. Сюда, пацаны, сюда. Сюда, нас тут гасят просто прям по-страшнючему. Куда ты? Едь сюда, гаси ракетницу. Так, пушки, пушки на усиление. Все, он обиделся, я помню эту фишку. Я даже сюда его отмыл, хрен бы с ней. Ох, как все подтормаживает-то. Ладно, сейчас. Надо полбазы у него разбомбить. Видите, сколько полезно сразу снизу техники? Это неспроста. Даже, в общем-то, можно отгонять. Вот здесь одного такого доходячего оставить. Чувачка. Так, что тут у нас? Блин, опять бедный ремонтный завод тут просто вовсю настрадался уже. Чё там, дворец-то разнесли? Вообще красавцы. О, даже пушку добивают. Отлично. Ну все, ставки сделаны, сейчас он будет. Куда ты лезешь на поле боя? Ты посмотри, сколько всего он, твой товарищ, что делает. По красоте собирает. Нет, надо лезть там, где жуткий обстрел просто идет. Так, ну ты, я думаю, тоже уже... Нет, ты постоишь тут. Не убудет. Так, все, пушку разнесли, красавчики. Продвигаемся на запад. Быстрыми шагами, давайте. Причем, кстати, я смотрю, на отряд-то практически без потерь прошел все это дело. Что там, кого-то? Да блин, нет. Да разнесите кусок стены. Давайте вперед, парни. Смотрите, да, прям вообще что-то. Император меньше сопротивления оказал, чем эти все. Все равно, конечно, подтормаживает еще игра. Ну, замочите в эту дуру, блин, тогда. О, отлично. Пошел. И ты пошел. Где еще вон незамоченных объектов? Все, красавчики. Радар еще. Reporting.
тоже тут кого-то досталось, я смотрю. О, блин, завод. Завод надо разнести, вы чё? Подсказывает, что все, миссия наша выполнена. Отступление, давайте. Не только этих. Радар надо разнести. Ну, по-моему, да. Что ты хочешь? По-моему, все. Да не едьте вы, стойте, где стоите. Все, вся база в хлам. Или что-то осталось? Ни хрена не осталось. Да, чё-то император слабоват оказался. Так, собираемся здесь, на углу. Все, как говорится, ни хрен делать. Чё у нас тут происходит вообще? И эти тоже подутихли, обидчивые наши. Все, а собственно, чё они могут сделать? Да ничего, стройплощадки у них нет, дворца у них нет. Самое страшное позади. А, о! Фига, тут какие вещи происходят. Не сильно-то надо, на самом деле, ну ладно. Уже. Так, нужно еще ракетницы, благо они по дешевочке теперь. Что вы стоите? Все, ребят. А что застал? Вперед. Ничего себе, блин, от техник сколько? 10 или 11 единиц направилось. Что это, половина выжила? Офигенно просто. Единственное, я так понимаю, в ремонт нечего вести. Так, и по-моему, сверху уже нападаем. Что у нас, ракета есть? Ракета готовится. Так, а тут снизу-то и нечем прикрыть, да, я смотрю. Ну, слушайте, их прям дофигища. Поставлю еще тут пушку, конечно, маленько тупо, но пойдет. Так, и ветрячок такой, дежурный, скажем так. Что вы там делаете, интересно?
вы здесь станьте от греха-то. Ага, нельзя. Нельзя. О, кто к нам зашел на огонек? Здравствуй, дорогой, здравствуй. Фига себе, ты решил мои харвестеры пожрать под конец, да? А дулю ты не хочешь? Так, вот здесь у нас пушки, да, где-то здесь база начинается. Да. Весь уровень молчал, а тут решил дать как пацанам, зайду, узнаю, как у них дела. То червяки не бахают, в смысле, не взрываются, ты имеешь в виду? Как убить-то его можно? Ну да, он красиво не умеет умирать, это да, как джигит. Кстати, один? А, вот он один. Ладно, если что, понаделать недолго. Так, данных у нас мало для удара, ну ничего. У нас совсем мало, я бы сказал, учитывая, что не особо ровные пушки-то. Опа, опа, видите, что происходит? Да, одного ты сожрал, красавчик наш. Девастатор на тебя даже тратить неохота, на козлин, блин. Где ты там ползаешь, иди сюда. О, а ну тут махач у нас происходит. Кстати, ракета, по-моему, нихрена никуда не попала. Вообще даже... Ну вот, походу, куда она попала. Попала прям не в бровь, а в глаз. Вот по мне? Хрен его знает. Да. О, как он красиво заложил сразу. Блин. Так, там уже пушки. Давайте, загасите уже его. Так, мы что-то только потери терпим. О! О, кого-то он сожрал. Урод. Удод. На, вот здесь я чувствую, мы даже больше потеряем, чем там. Вообще, посмотрите, половины уже нет. Просто половина натурально. Куда ты поехала? Ты видишь, там смерть тебя ждет. Теперь так же быстро вернулся назад. Я боюсь, он не успеет. Нет, успел. Блин, там у меня этот. Не надо ничего. Тихо, стой. Бля, хамуха. А, тут еще... На этом бабки уже это все дальше не отчитываются. Тихо, спокойно. Что мне нужно? Мне нужно срочно тратить бабки. Берем, пофиг какая цена, 535. А, еще не продается. Красава, просто красава. Тогда что мы делаем? Самолетик еще один заказываю. Вообще просто потери колоссальнейшие. А
А, тут еще и пушка, да. Тут вообще все просто супер. О, слушай, а, нет, ты, давай, заходи сюда, давай. Давай. Ну так он урончик-то нанес. Это именно что урончик. Так, дергаем, пацаны, отсюда. Я сказал, дергаем. Пока трамвай ходит, давайте. Отлично. Ну как? Отлично. Ну да, да, да. Так, по-моему, они и есть. Так, по-моему, и есть. Куда ты лезешь, а? Откуда ему еще взяться? Ну, конечно, может быть, да, под какой-нибудь там тектонические сдвиги различные и так далее. Это тоже может быть, но мы за такое. Хотя, опять же, червякам тоже надо чем-то питаться, а что-нибудь жрать в пустыне тоже как-то не совсем понятная история. Умалчивает. Что? Вы нам не продаете. Вот же хорошие люди. Ладно, атака пока у нас затягивается. О, у нас все ракетницы угробили. А, ее, скорее всего, забрали в ремонт. Ладно, все равно он уже не построится. И как раз мы прям по прямой пойдем. Вот угрохаем эту пушку. Охраны уже нету. Охраны. Так что все на мази в целом, в общем. Сейчас тратим баблишечко. Здесь оборона вообще просто конфетка. Я ничего не читал, не смотрел, могу сразу сказать. Вот я говорю, с Дюной вообще как с таковой я познакомился только-только вот в этом году. Игра на сешке и все, и хаки уже потом посмотрел. Затянуло, что писец, могу сказать сразу. Да, ты едешь, гад. Сейчас, а, даже раздавить тебя не успел, удовольствие получить. Бойня, да будет месиво просто тут происходит на экране. Так, а что у нас тут? О! Твари решили таки напасть. Ну, я сейчас нападу, блин, на все деньги сейчас нападу. Ладно, нехрен экономить. Все, Бобик сдох. Что не подсказывает, что у меня харвестеры опять куда-то благодаря червякам подпропали. Ладно, они уже не сильно-то нужны. Так, что с ракетой? Ракета еще не скоро будет готова. Так, пушки теперь, наверное, полудохлые, нет? Нет, слушайте, вообще себя отлично чувствую. Это может только радовать. Что у нас тут? Нападение. Танчики стоят. Танчики в целом еще в достойном состоянии держатся. Все, тут осталось немного. Тут даже быстрее, чем вчера с восьмой миссии справимся. Ракетку бы еще, конечно, первый раз не косорылую бы пустить. Вообще было просто супер. Ну да, кто-то должен был создать, быть первым в этом деле. Сколько всего уже подугроблено у нас тут. Сейчас у меня просто шансов не останется никаких. Завод мы ему уже снесли. Завод же мы снесли, не единственное. Там еще может быть один. А, да, еще один есть. Ладненько.
Так, что, потихонечку стягиваем силы, я думаю. Что? А, я думал, это десантируется, гад. Так, надо как-то, наверное, вот сюда куда-нибудь выехать. Ну, танк девастаторов тоже дофигища нас. Нет, этот не пойдет. Я думаю, они все тут не особо в форме. А, нет, в форме есть. Вот ты поедешь на штурм. Ты, конечно, медленный. Стягивать мы силы будем еще долго. Ракетка там потихонечку тоже строится. Может, она сделает тоже решающий удар. Решающий удар по всему этому беспределу. Ну да, ему уже тяжко. Ну что ты стоишь? Стреляй! Вот тебе на! Сдачи не надо. И девастатору грохали, и самолетик. Так, а что, все, у нас по периметру вообще никого ничего. Блин, о, 666 и не продается, а чё так? Все закончились? Я столько накупил, хотите сказать? Не верю, не согласен. О, еще. Опа! У нас тут Евпатий Калаврат решил к нам подъехать. А, ненадолго. Молодец, этот девастатор. Не все хорошо свое сделал. Так, единственное, по тебе пушки гасит. А ты у нас очень небыстрый, малый. Еще и уже не особо цел. О-о-о-о. Боль. Боль, ребята. Загасите этого. Зачем так выезжать? Вот ты мне скажи, активист хренов, куда ты едешь? На, еще под свой же огонь попал. Наверное, от большого ума. Двигаются гады. Ну все, эту пушку разгромим и все, им хана. Гасите уже этого, ёлы-палы. Шмальните по нему уже, контрольного. Ну все, этот может ехать спокойно. Ну как, не совсем, конечно, спокойно. Ну давайте, один танк, блин, целой толпой долбите. Сколько ж можно-то? Что тут у нас? Готово? А, нет. Так, давай сюда. Медленно, наверное. Reporting.
ты куда ж? Ну ладно, блин. Что будет, то будет, что называется. Кто там еще на нас позарился? Ох, блин, а у меня тут техники-то как-то маловато, да? Ракета, ракета, на взлет! Сюда, ко мне в спортзал. Что-то бомбануло, ну как-то чуть-чуть мимо, но хоть попало куда на во что-то хотя бы попало вот так. Блин. Давайте, завод добиваем уже. Хрен на эти пушки. Теперь не хрен. Давай, сейчас будет ничья. Все, один долбанный радар остался, я так понимаю. Опять деньги в холостую идут. Опять все, блин, все равно не продается. Как так-то? А кто так над заводом поиздевался? Кто ему так накидал? Я так смотрю, тут борзые ребята появились на какое-то время, да? Ракета, до следующей ракеты, я думаю, уже просто не дотянет. Ладно, давайте еще поставим хранилище. Так, понту ради. Что тут у нас? Блин, вот одну фиговину надо сделать и все. Ладно. Нам тут много не надо по времени. Уже все, атаковать даже некому, потому что один радар остался. Один долбанный радар. Где вообще? А вот она, ракета. Да, император какой-то простенький даже, я бы сказал. Эти вдвоем-то мне куда больше проблем достали. Слушайте, давайте вы тоже поедете. Я же думаю, пушки-то справятся без вас. На кого тут? А, у нас девастатор даже еще. Слушайте, и ракетница на месте. А шо она? Горба-то вот не лепит. Recording.
Да, все, ГГшечка. Все, прошли за Харконина, все отлично. Ну, ребят, по большому счету, вот так вот действует. Да, я буду сейчас бубнить как старый дед, но так действует капитализм. Прилетели три разных, там, я не знаю, семьи, дома или как там, государства на планету, всю ее на время поделили, а потом начали уже делить между собой. В итоге кто-то один остался победителем. Да, и все. А потом, кстати, нужно эту часть следующую, когда уже внутри красных будет Харконинов раскол, и они друг друга начнут мочить за эту планету и отделяться на всякие суверенные государства. Вот так вот. Ну все, сейчас планета покраснеет. Да. Давайте статистику. 1:20 внутриигрового времени, но игра знатно подтормаживала уже к тому моменту. Неужели я даже меньше собрал? Да, как ни странно. И все, и как это, помните фильм с Дольфом Лунгом «Красный Скорпион»? И тут надо «Союз нерушимый республик свободных». И не хватает этого. Серпа с молотом на планетке. Вот. Вот такие дела. Быстренько получилось. Быстренько. Сейчас будет этот суровый микс играть из сэмплов. Ух, блин, эта рука у меня так хрустнула, не поверите. Ну, точнее, кисть. Запястье. Хрен его знает. А, нет, слушайте, здесь другая музыка. Ну что я могу сказать? А. Вот они сэмплы. Местный диджей решил покреативить. Yes, sir. Acknowledge. Yes, sir. Короче, что могу сказать? Хорошая игра, но за ордосов проходить не буду. Я проходил за атридосов в мае. За ордосов не собираюсь, потому что у них по большому счету нет ни хрена, и их супер оружие ни хрена не супер. Поэтому нафиг. За Атридосов несколько сложнее, там с императором просто, у него построение домов, ну вот эта вот инфраструктура у него гораздо крепче, скажем так, уложена, там так не подкрадешься, там надо на пролом между, по коридорчику. За Ордосов не, никакого желания не имею, все. Так, ребятки, короче говоря, у меня суббота и сын должен быть выходной, но субботу и сын я буду занят. Я буду гостем на свадьбе и там никак по-другому. А потом ближайший выходной у меня будет четверг. Вот четверг погоняем. Наконец-то, я надеюсь, в Metroid Planets. И все будет хорошо. First Run'ом, Blind Run'ом я только перед стримом поднастрою, проверю, что все нормально. UBS захватывает звук, там, голос и т.д. И буду пробовать проходить. Вот так вот. Да, у Харконинов появляется тяжелая техника. По сути говоря, у Атридосов что у них? Звуковые танки, но они не сказать, что прям такие уж крутые. И эти орнитоптеры, ну тоже не факт. Да, я знаю, что у тебя поздно. Как раз, видишь, я закончил. У меня почти 12:04. Ну, тем более, завтра на работу. Вот, еще надо душ принять, потому что жарище не особо уходит. Хотя по утрам уже прохладно. Все, ребятки, если что, до следующего четверга. Ну и более-менее все начинает успокаиваться, поэтому я вполне возможно буду снова стримить 2:2. Вот так вот. Всем. Ладненько. Всем спасибо за внимание. Зрителей сегодня было довольно приятно по меркам моего канала. Всем доброй ночи, до новых встреч и берегите себя. До свидания.